готова. Кольцо 6000 стоит. Ну как можно играть на таком говне, как Сирус? Это же... Да, я ты, не... ну, кажется, что говно 7-50 тысяч стоит. Ну, лучше уже на X5 собрать, чем на этом говне. А смысл какой там играть на все то же самое? Ну вот. А на Сирусе еще хуже. Там не хуже, там наоборот лучше. Чем? Чем там лучше? Может, ну, там... Смотри, вот ты собираешь Т-10, да? Там все, все бонусы, все это уже известно. Шмотки топовые, что там, чешка, ну, сырецкий герти, топовая шмотка. А там интересно, там и наборы новые Т4. Там какие новые, там БКшные сеты, что больно? Просто для примера, у Вара на протовара набор. Там, короче, 4 Т4 снижают КД глухой на 15 секунд. Какой там аддон стоит? Где, пожалуйста? Кто? Какой там аддон стоит? 3-3-5. А на X1 какой стоит? Тоже 3.3.5. А, понятно. Ну то есть там база 3.3.5 клиент, ну у них качаешь клиент ихний. Ну, он типа сам. Он обновляется, короче, каждую неделю почти. Почти даже каждый день бывает. Там фиксят постоянно, все делают. На сервисе? До поры до времени, дружок. Так, в смысле, ты там боссом она... они сильные, кстати, трэш не работает нормально, на этом не, играл. Нет, там нормально все. Там вообще ничего не работает, хуже, вот. Чем эти. Ну ты посмотри, ты видео посмотри. Сметки в РС не работают, там можно диспелить в рейде, они не дамажат, ну и так далее. Часки придумываешь. И слушайте. Сортарионе, на Сортарионе волны, кстати, не работают, можно на любом практически ГС делать, это зона сумерек, там 3КГС. Я вайпился. Не, баги-то везде это... есть. Короче, это так. Боссы манекены, неадекватов полно. Там только отличие, что нету ботов голдселлеров на X5. Короче, C3-T4 дает. Оно, короче, вар, когда нажимает свою глухую оборону, вот эти 12 секунд на весь рейд вешается. Сакра, которая... Она на 12 секунд вешается, и там 30%. И КД минута 45. Не то, что паладиновская 2 минуты и 20% на 6 секунд, а там на 12. Так что вар рулит. Это только один пример, а там 10 классов, там вот эти Т4 и на ДД, и на хилов, и на танк, и офигенные все бонусы. Охуеть, блядь. Вот так-то. Надо этого слота найти и все. У Паладин там массовый бабл, да, навесил? Не, нет, такого нет. Ну, ну глупости. А чё так? Там, короче, сразу у Паладина массовые баблы, массовые хэйки. Классно, что массовое воскрешение есть, там что-то с катаклизмом, вот эти гильдии, короче. Типа ты 3% золота, которое добываешь, оно в гильдбанк идет. Там разные штуки. Магия МК на протопалов дают, там Вара не знает, что такое командирский крик. Ну, вот, как там скиллованные ребята там, играют. Там 95%, честно сказать, ну тупое говно, короче, играет. Ну, они, короче, реально не знают свой класс. Вот, допустим, шаманы хилят малой волной исцеления, там, что еще там, ну, туп не короче. Харзул, хочешь шенхом пойти? Не, иди тогда. Нету ничего, ни фласок, ничего, извините. Я, у меня нету голды даже. Куда ты голду дел? Не знаю. Дал кому-то, кто-то просил, кинул сразу все деньги. Санстрайку, кажется, отдавал все деньги. У него там 3000 теперь. Блядь, где ДД? Сука. А чё вот... Просто реально, что ли, сейчас Варенька и кто-то еще играет на X5? Зачем там играть? Ну, они ушли на... Они ушли на... Сейчас, не, не придумаю.
Ушли на x10. Да x10 же закрыли. Не слили x10, x10. Это я только слышал, я не знаю, как на самом деле. Короче, персонаж на циркуле не ниже 245-го item левела меняется на быстрый старт на Сирусе. Меняется, то есть его удаляют, а на Сирусе дают быстрый старт. А быстрый старт это full 200 item левел шмот. 80-е, две профы на выбор, и вкачанные кулинарка, рыбная ловля и бинты на 450. А если 277 item левел? Ну, тоже удалят. Просто главное. Ну, понятно, что удалят, а какой бонус? Никаких бонусов. Такой же печальный хуй. Ну, понимаешь, качать это тратить время. Быстрый старт стоит, если что, вот так навскидку, он стоит 2000. Короче, идите в 3 хила. Хила не буду добирать. Если будете лажать, придется мне на хила заходить. То есть, соответственно, Сирус оценивает циркулевских персов любых по 2000. Даже сказать не персов, а аккаунт. Если у тебя на аккаунте 5. Сам оценка в минусе все равно. Если у тебя на аккаунте 5 персов, то все 5 удалят за один быстрый старт. Мне повезло, у меня аккаунты с одним персом есть, много аккаунтов. Там долго это все, конечно, дрочево все это качать, категории эти 5. Ну, вар у меня уже, допустим, в обычке ходит арест целка. 10к ДПС уже даю. Танчил лича протоваром, короче. Под тремя хилами. И чуть не обрыгивался, короче, раза 2 или 3 чуть не упал. ДЦ, РШАМ и Холипал хилили. Убили за 30 секунд до берсы. Класс. Не, ну там реально, ну, настроение охуенное. Вот играешь, не то что тут, тут уже все задрочено. Ну да, тут все уже все знают. Не то что знают, просто, ну, я просто как перспективу X5 вообще не рассматривал. Ну, в смысле, то же самое. Ну чуть-чуть там что-то по-другому работает, ну больше онлайн, и что это дает, ничего. А там и PvP процветает. Там вот эти вот турниры, за них что-то по 200 тысяч, по 500 тысяч, вот эти призовые фонды. Ну там задроты себя. Славик, это на Сирусе это? Да. На Сирусе, блядь. Мы там играем с Лимоном, там еще с Мисс X1. Там вон, пацаны сидят по 5 часов, в раз 10 обычки не могут убить. Ну, да, ну, раз 10 обычки 2 часа сидели. Целка 10 обычки 5 часов сидели. Там подстойный сервер, блядь, просто отстойный. Куда просто нормальных игроков надо. Вот таких, как я, туда 20-ку закинуть и все. Капец, будет сразу Dark Stars 2.0. Да, будет убиваться не за 4 часа, а за 3. Нормально. Не за 3, ну за 3, когда ГС маленький, а подрастет ГС, будет за 1.5 все ложиться. Ну это если условия все прям такие, как я, игроки, нормально. Туда же, взяли. Давайте, да. Че, резко-то светит нам все? Да, конечно, светит, абсолютно верно. Да изи. Сейчас вкусненько пройдем. Ты сомневаешься? Я вот смотрю на рейд, я вообще ни капли не сомневаюсь. Я смотрю прекрасные игроки, я вижу их ники, я вижу, я могу назвать 3 кнопки, дает 30к ДПС. Вар какой-то сомнительный. Вот это тут, в пятой группе. Liberty Squad, Псухоз. А чё Варенька забил на игру, чё шо? Да он на 15 играет, там сейчас ГМ, гильдии. Orange Stars. Какие Stars, ты чё? Orange Stars. Orange. Yellow. Он там гильдию сделал, гейста. Пускай заходят сюда быстренько, пока Войт здесь. Резко убьем. Просто как топовые пацаны. Крысия, чё там? Брюжит. Старый пердун. Крысия сейчас на БК, на офе. Ага.
быка. Он бухает сейчас по-любому. С таким звуком мобы в целка танчатся про товар. А посмотрим онлайн гильдии. Кнуты 28 игроков. Видишь, онлайн поднимается. Северное сияние 20. Тело в Бразерс 18. Dark Stars 50. Как это 50? 23. Ну это с молодой ордой почитал. Смешно, да? Шутка-минутка, блин. Шутка-минутка. Давайте решим по шмоту. Слушайте внимательно, пожалуйста. Одна шмотка до лича, одна на личи, один токен. Вот, собственно, все. Если кому-то вещь не надо, она ролится еще. Кому она нужна? Ты там до этого сроливал одну вещь, может вторую получить. Если она никому не нужна, кроме вас. Заир, ты в Дискорде? Ку-ку. Заир. Заира нет. Осталось час 48 минут. Рак, ты здесь? О, Заир ответил, каск, кулаки. Рак, а ты что раздавал? Ничего. Раздавай каски тогда. Виталий Коин, раздавай щиты. Войт Холли, раздавай кресты тогда. Про ролл пишем. А вы можете писать в берлогу Войда? Чи не? Нет, она для этого, для голосового только. Блять, что за какой-то... Право доступа, давай посмотрим. А, как там сделать, отправлять сообщение? Что, надо галочку поставить? Да давай в другой канал напишем. Я написал в послании Титану. А теперь можете написать берлогу Войда? Нет. Ладно, на похуй, пишите куда хотите. Войду в ПМ пишите. У меня видео пишется. Короче, видео, если вы облажаетесь, наши стрихела, опозоримся перед алчатом. Только такой позор сейчас будет, если мы не захитим. Я не облажаюсь. Психоз, ты тут? Челемишка, напиши там в Дискорде, чтоб я не забыл. А, да, давай я тоже напишу Ролину, Кордоба или... Или... Лисман, блин. О, маги, дайте столик, я забыл жертву взять. Валяю. Интоксикация, ты здесь, друг? Товарищ, так, все готовы, заходим за линию. Танк у нас психопанкс, на него на пол, макрос на пол пошел. Так, рост. Не забудьте ауру на лед. Не забывайте бить в шипы. Четыре вара, астака два. Астака еще три раза будет пять. Так, играйте в шипы. Ну давайте сейчас после этого босса будем стакать все. Например, весь Лерик Бед будет стакать. Слабенько, вагончик. Вихрь! Стоим звезд... Не стоим, звездочки отбежали. Звезде все. Танки неправильно позицию заняли. Позор. Стали в звездочки, будем бить шипы сейчас. Играйте в шипы. Получше хватка, давай гимн отхил. Минус 2 уже, минус 4. Стойте в центре, не бегите к ребру. Сейчас будут шипы, в них надо будет сыграть. Играйте в шипы. Там сакру прожми, самое время. Это проседает.
Ждите новых луж и отбегайте. Забегайте за спину все. Стали под звездочку. 8 лямов должны добить, наверное, до вихря. Даже с минус 4. Новые шипы. Так, до вихря у нас 20 секунд и 3 ляма еще надо убить. Давайте верим, надеемся у вас. 2 ляма осталось. Зазергали, короче. Так, кому осколки надо? Так, сила тлеющей стали. Какого вара вагона? Ты про рестлера? Мусолини, ты на кого фролишь? Что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пал... Шо, тогда выигрывает Мусолини. Так, Числава, будьте добры спекнуться. БДК. Давай сейчас посмотрим, вагон это или нет. Сейчас мы откроем ДПС. Посмотрим. Эрдру на мейн, полиприз на мейн. Оф спек. Держи на оф. Так, открываем аккаунт, смотрим, что там вагоны, какие у нас есть, кроме меня, разумеется. Вот, посмотрим. Так. Только что, психоз, 9 место. Ой, там так хорошо, но долго? Мы снова хотели. Да, да, так хорошо. Там так просто такое в сауне. Воздух влажный. Что влажный? Психоз, это ты говоришь, там какой-то мужчина. Девушка, вы о чем? Уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой. Короче, не знаю, вагон был только в Рестлерге, который умел, и все. Тут, ну, ребята, не знаю. Так, тактика на этого босса. Владимир Скула кидает план жертвенности, потому что был всегда на КД перед контролем. ДК сливаем антимагию перед контролем за 8 секунд до. Не знал сам, что не должно было быть на лицо. Да, тебе отключай голос. Сервер выключен голос. До свидания. Теперь. Мы снимаем все баф защиты от темной магии. А, давайте так, Белин, ты в БДК спекнешься, Тщеславе в АДК, ты надамажишь больше. Звездопад перед контролем сливаем по контролю. Челемишка, Джест, приоритет контроля, Милики, Хант, Вихрь на них сразу. Лучи, хватка, Фири, тоже людей в контроле. Фурики, Фирим, контроль. Кто слакает, ловит духов, анрол на этом портале, плюс ГП. Ресайте, Вара, Рогу. Кто ловит духов, получает ГП, минус кролу, кто с элчата. Бля, она... Что ты хочешь? Ты 5 раз уже спрашиваешь. Олег, ты тут? Олег, ты тут? Нет, меня здесь нет. Челим, Челимишка, ты здесь? Пожалуйста, диспель проклятие, которое будет вешаться на рейд. Диспелит Челимишка и Фула. Паучья хватка, пожалуйста, диспель с леди все бафы, которые ты увидишь, когда в контроль она кого-то кинет. Чек на пул. Каску по... Каску Виталий, по магам, пожалуйста.
Виталий Кун, раздай каску по магу, по роге. Рак куда-то вылетел. Слева мелики бьют, справа РДД, помогаем друг другу, если что. Силе готов. Баф на стамину, кресты. Интоксикация СС на челемишку, Крузул на Джеста. Так, все подтвердили готовность, можно пулять. Кто не бьет трэш, тому пиздец. Рул на весь квартал. ГП. Все, пошли трэш бить. Что-то ты ругаться много стал. Вчера не слышал здесь стёк. Извините, пожалуйста, не буду больше. Скоро контроль, внимательно. Сливаем капли, диспелим проклятие. Харзул, 3 секунды уже проклятие. Пиздец, челемишка, ты здесь, ты диспелишь? Почему минус 2 в рейде? Контрольте людей. Ебать. Ну меня в контроль взял. Уходим в лужу, падаем. Заходите в лужу, падайте. Спикнешься в танка справа, поможешь протопалу, не вывозит он один. 3 моба. Будем 4 танка идти. Давай я один направо буду, протопал налево. Восстань и обрети истинную форму! А я просто попал в гильдию, где, короче, ГП за мат дают. Ну, в чате пишешь, если в дискорде слышно говоришь, типа, мат, дают 20 ГП. Ну, блин, это не дело. У нас первый трэш минус 2, прикольно, вы не контролите. Там без контроля только джест может дать одному, а еще 2 остаются. Ладно, я понимаю, сложно. Челемишка, контролишь трусы. Спекайся тоже в танк. 5 пойдем. Ребята, я сейчас, короче, релогаю, захожу в игру. Это говорит Муссолини. Русский знает. Че, итальянцы? Да ладно. Давай, Виталик, он раздавай каски. Виталий Кун, рестлер, слева Белин, психопанц. Давайте фулбаф без магии тьмы. Это попробуйте магию, включите инстинкт самосохранения. Если на вас идет трэш, вы блинкуетесь, даете кольцо льда, щит маны на себя. Стопайте ДД, если танки не могут забрать на себя в течение 27 секунд трэш.
зашел в шестой пати. Погнали. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Бьем пока босса. Так, пошли бить трэш. Освобождаю тебя от проклятия. Готовимся контролить. Скоро контроль, 2 секунды. Сова, Эрдру, Прист, маги. Следим за лучами. Ты не в сил. Противец, квадрат, законтролить. Трусы, где вихрь? Вот, вижу, молодец. Кто сливает своих контролей, получает ГП. Новый трэш вышел, пошли бить его. Давайте, два танка. На трех мобах не могут одного моба забрать. Где таунт? Алло, Виталий Кун, рестлер, вы тут? Сейчас будет танк. Что я справа? Ну, справа три моба. Один на меня пошел после первого вихря. 2 секунды прошло. Контрольте луну, луна это вар. Давайте, раздупляйтесь резче, здесь нужна реакция. Иначе мы здесь просидим целый час. Диспельте овцу с вара. 38, 37. Стопайте по леди. Ладно, уже не стоп. Все стопнули по боссу. Играйте в трэш, давай сакру. Получи хватку, гимн отхил. Сейчас будет контроль, диспелем проклятие. Полем квадрат. Стопаем АУЕ дамаг. Ну я моб захуярил, охуен. Не вижу. Падайте. Тонки занимается, я не знаю. Да давайте быстрее падайте, начнем заново быстрее. Вот у Джеста 3 смерча, а у Джейда 1. Не знаю, что там по контролю, но как-то... Поднимайте интоксикацию.
Оба прейда без магии тьмы. Поставьте ауру на лед еще. У кого стоит 3-3 аура, поставьте ауру на лед. Не тот макрос, просто чек. Разул готов. И макрос. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Пошли бить трэш. Идем бить трэш. Теперь следим за контролем. Мелики, не подбегайте к леди. Ждите в центре. Ты не в сил. Противец, так, контролем луну. Луна ДК. Не убейте квадрат. Новый трэш. Идем играть в него. После трэша будет сразу контроль. Смотрим контроль. Лучи контроля, квадрат, трусы. Трусы надо законтролить. ДД. Квадрат, трусы. Джест, иннер по фуле. Топаем по боссу. Босса не бить. Начнется фаза, напуливаем сначала на психопанкса. Все пошли играть в трэш. Пожалуйста, два танка слева. Протопал, протовар. Таунтите мобов и сводите в одну точку. Джест поднимает три кнопки. Контролем людей. Законтрольте трусы. Трусы. Вихрь по трусам. Фулл баф по магу. Пошла фаза. Вышел трэш. Идем играть в трэш. Все сыграли в трэш. Следим за духами. Сейчас будет контроль. Стопаем ее дома. Контролем людей. Уводи леди в другую сторону. Контроль 2 секунды. Ты не в силах. Противник. Квадрат в контроль. Блять, ну сука. Я в контроль. Не вижу. Как вы, блять, убили меня и пала? Играйте все в трэш, уводи леди. Отходите от трэша. Напуливайте на Белина. 5 стаков психопанк. Сейчас новый трэш. Вы переключитесь на него. Контрольте квадрат. Квадрат в контроль. Челимишка, подымай будет холи. Лимишка, ты здесь? Подымешь его? Вставай. Контрольте квадрат трусы. Харизму расколон. Отведи леди от духов, духи в мелизоне. Тогда умирай.
Играйте в трэш, отводи леди от духов. Последний трэш сыграйте и будете добивать леди. Как же охуенно хлоп. А, попробуй взяла. А давайте упадем. А ты уже упал. Есть ДБМ у кого, кто может показать, кто хлопал духов? Хуй знает. Можно полученный урон посмотреть. На дневник я посмотрю. Это каждый лучший ритм. Ну вот, мстительная тень силей. Чё там чекать? Минуту. Силей вот это точно хлопнуло дно. Так, Сухоз хлопнул. Заир. Можешь прочитать это, а не просто перечислять это. Dark Maverick. Что говоришь? Не, я просто как увидел, так и говорю. Что-то реально много ников в рейде. Тщеславие. Это ты на угадники говоришь, да? Это я в рекаунте смотрю, кто из урон получил, они взрывали. Смиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Три кнопки одного. И все. Вот эти люди убили рейд. Почти. Бля, ты вообще вот чат читаешь, нет, что там пишут? Нет, вот переписку. Нет, прочитай, не поленись и почитай. А кто это говорит? Это Рокселей говорит. А зачем мне там читать? Ну, потому что ты наговариваешь и дезинформируешь людей, что вот эти люди убили. Да. Что да. Не получили. Полученный урон. Читаю. Все лень. Залп, ледяная стрена, мощная атака щитом. Меня застанил вар. 5-4, гаун нанес мне этим. Его никто не законтролил. Пиздует дух. И прямо въебало мне. Что я должен сделать? Ну-ка расскажи мне, как надо ты, было ты маг вот это, встань и вернуться от духа. Ты маг или рога? Я. Кто? Рога. Рогу я не называл, если что. Я называл мага. А, слей, там, всё, я понял. Да. В роге нет физурона от духа. Да, но я понял, вы не можете сказать, кто хлопнул. Так я же уже сказал, ты чё не... Пруфы. Я не могу тоже посмотреть, кто по мне бил. Просто пишет, что я в контроле. Я могу еще раз ники назвать. Надо? Не, не надо. Такое себе. Давайте захватить рейд. Лаг поваром, например, пристамбав можно дать. У меня сука двоих захилит. Да захилит. У меня пару лет назад был рейд, что у меня ни одного духа не хлопнуло, короче. Что это там вдалеке? Ни одного. Просто было. А тут 7 человек из рейда или 8. Они не отбегают. Они смотрят в потолок. Сейчас вы
ответите перед Саурфангом! Даже не знаю, что делать. Не знаю, насчет ДПС рейда я не буду говорить, лучше три хилас. Потому что там, если чуть дольше будете бить, метки накопятся, и это будет. Вархила не вывезет. Идем на мага. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Дэйф это... Уже слышно, на сервисе там жалуются люди. Ну я рейд собрал. Бички, короче. И это. Ну там типа 25 в рейд помещается. Там человек 8 типа, на замену. На мага идите. Маг реснулся. Даю путь. Им, короче, шмот надо. Получилось так, что я сказал, идите, типа, договоритесь там с кем поменяться, клеить. Кому надо, кому не надо, что. Вот они то ли не слушали, то ли чё. На следующий день, короче, мне пишет какой-то офицер там. И типа, на свое усмотрение собираешься, я ему, короче, давай писать. Типа, я говорю, лично, каждому не должен твоим писать ничего. Там. Блин, я не знаю, мне это неинтересно. Через почему неинтересно? Интересно. Просто какое-то бессмысленное. Расскажу, ну, кому-то интересно. Никто даже не отвечает, не реагирует. Не знаю. А просто люди привыкли в детстве молчать. Мне неловко стало, поэтому я начал разговаривать. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Выбежи все проверить, что будет пассивность постоянно. Блин, может мага побьете? Че ты говоришь? Вой. Вой, говорю, не. Все, добивай. Разряжайте. Я бы тут почел более корректное название. Не натурал? Не вижу смысла еще здесь стоять на этом сервере, прям просто так попикать кнопки. Ну да, на сервисе нету смысла что делать там. Ребята, я там прикольно, там вообще угар. Мы в ППГ, короче, в Окулусе вайфили сейчас. Лок. Кольцо РДД. Ой, блядь, я на энхроле. Я забыл. Ладно. Передай тогда челимишке. Окей, сейчас. Так, ретрик, код. Main. Офспек. Ну это я дам вам как на мейн. Тебе надо психоз? На мейн. Три кнопки запускать босса уже.
Ну, я тебе на мейн отдал, я тебя спросил, тебе на мейн надо? Ты написал, да. Тогда давай мне обратно плащ. Я запускаю бусы. Фурику два воятеля забрал. Каждый по 1100 ГП, короче. Хорошо, ты на мейн сролил плащ. Без вопросов. Выиграл паролу. Так, боссы запустили, если что. Так, сейчас тебе отдам этот колен. От гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Чего, Ринка сюда не заходит, что ли? Мы назвали его Драк. Варя носит СВК-25, гер, плащ, бицевый. И передвинь его сдохнуть. А так, не знаю, бред безопасности в городах под защитой стали. Блять, надо было ГП-ки на тебя ебать. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын... Я в хилер, значит, да? Да, я не говорил, что в Анхас пикаться мы в три хила один. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик, вы что ж, герои, хотите узнать, сколь могу... Я всем, на кого вам бойс? Сурок. Лучше скажи, почему раскол оба? А нет времени стапать. Просто сиран. Сейчас не стапаем. Дестер, помогай стапать. 5 КГС. Уже стапаем. Забывай об этом. Играть их трэш. Трусы, пожалуйста. Челимочка, подними, пожалуйста, Вара, пятая пати, моя группа. Забирай тебя, блин. Один, забери босса, на БДК дебаф. Паладин! А сейчас уже кончит. Виталий Кон, ты здесь? Я забираю. Ну так ты забираешь через 9 секунд, это не дело. Я раньше забирал. Играйте в трэш. Почему на БДК тогда дебаф висит 8 секунд и босс не... Я же сказал, что... Радиус. Странные у вас дела какие-то, твои бляцы. Никогда у меня так не было. Последний трэш. 10 секунд. Играйте в трэш. Сакру, если есть. Срезку. Пиздец, блять. Открываем портал. Осколок. ФДК. Мы 330 похороним ГПС. Тебя, как подобает, в Награнде, рядом. Покоритель. Собой... Рога ДК Мадруид. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее.
На любой ретрик даже один может открыть. Не обязательно. Так, по бафам опять Виталик он щит, рак, каску. Вторую сагу, блин. Консоль, да, пожалуйста, потрэш, играем во вторую вальку. Сакру, если есть. Во вторую вальку сыграйте, господи, вторую вальку быстрее. Консоль, да, по КД даем. Все, теперь АУЕ заливаем. Консоль, да, АУЕ. Внешний бес, кажется, это нежить. Отлично. Теперь можно идти налево, ничего. Играем сначала звезду. Есть у кого камень, у вас хосты, ребят. Что ты говоришь? Камень на 20 хосты. Нет. Есть. У тебя что? Дай, продай или что-нибудь. Сейчас добьем. А кому? Могу на 20 хит отдать. Фу. Хорошо. Лицо у нас мили рейд. Так, придется магом выходить на дистанцию, у нас всего 8 РДД плюс протопал. Если кто-то умирает, это будет плохо. Значит. Врестлер Гек, ты в Дискорде? Стакай, пожалуйста, раскол. Приоритет, ты стакаешь 5 стаков. У тебя 5 КГС, ты не дамажишь. Будешь стакать, кричать на хп. Идем вонючку бить. Отойдите все от ворот, от прелести. Тотема тоже убираем.
Сагрит. Блять. Банфет, это ворот. Нужно так сагрит. Какой-то. Гимна отхил давай. Играйте все в звезду. Паладины, таунтите босса на себя, ретрики. Звезду стаунтите. Прожми бабл рак и стаунти звезду на себя. Кольцо, кольцо льда, маги. Играйте в следующего. Джесс, подымай чили, чилишку, чилишка, помнишь фулу. Кольцо льда, маги. Сейчас без хилов уйдем. Русский поп без хилов. Если есть гимн от хил, даем. Ты чё, блин, Лучше хватка подымай хилов. Какой-то криворукий, сука, сагрил два босса. Кто демонолог? Кого без? Бонни, вешай. Без. Лучше хватка. Пожалуйста, не лутай трэш, а поресай хилов. Ты можешь это сделать? Нет, потому что любой. Как он на тебе висит? У меня да, не за моба висит. Был. Сейчас моба убили. Раз эти речи, рыба стоит. Там ловушки есть еще, Роза? Ну, я не успел слева дойти, она в самом конце, а справа так и не чекнул. Пойду посмотрю, где ловушка. Ну, это право же. А левая обезврежена? Нет, левая она слишком далеко была, поэтому её... Просто обезвредила. Пришло время дать фул баф. Фула поставишь тотем на силу природы. Значит, на рейндж выходит кортекс, три кнопки, у ворот будете стоять. Скерцо, скерция, паучья хватка слева от босса, как мы смотрим, от ворот. Слей, санстрайк. Справа от босса, интоксикация, харзул позади босса. Чек. Ждем БДК. Каску. Пожалуйста, внимательно служим. У нас нету больше РДД на замену. Придется ресать или выходить милику на рейндж.